9 февраля мне исполнилось 4, когда мы поехали в Белокуриху, я еще в садике была. Да? И почему тебе понравилось это занятие? Почему ты осталась? Мне понравилось заниматься, как мы движения делаем, всякие, разминаться там. Сначала волнение, потом когда выходишь и как так себя ощущаешь, как будто ты прямо на своей тарелке. Приятно. Все на тебя смотрят. Там. Потом, когда станцуешь, там тебя аплодируют. Ну, вообще такое сначала волнительное, потом это приятно. Чувствую, что зрители смотрят на тебя. Да, ты в костюмах такая красивая. Мне нравится балет, и я хочу, как, когда вырасти, и все продолжать заниматься, когда, пока вырасту, а потом сама хочу стать свою, создать группу, и уже детей сама потом учить. Я всегда мечтала в балет перейти. Да? А почему? Почему у тебя появилась такая мечта? Тут красивые танцы, костюмы. Костюмы. А девочки, тебе нравится твой коллектив? Нравится, в котором ты занимаешься? У вас дружный коллектив вообще, девчонки? Да, очень. Да. Очень дружный коллектив. 1, 2, 3, 4. И легли красиво, линейки подровняли. Пошли. И раз, два. Настя, пальцы вытяни. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Нажми. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Содрали и встали. Раз, три, раз. И раз, и два. Ровный кружок сделали. Ровный кружок. Перед зрителями. А вам нравится на сцене быть? Да. Мне нравится танцами заниматься, потому что красивые костюмы. Я сказала дома, что я хочу на танцы. Да? А зачем ты хочешь на танцы? Чтобы красивой стать. Тут очень много моих друзей. Вот они. Которые постоянно развлекаются. Я занимаюсь уже 8-й год, и я как бы хочу продолжить это. Как бы начал, зачем бросать? Я хочу так же, как наша Наталья Владиславовна и Маргарита Андреевна, учить детей чему-то, тому, чему научили меня, я хочу научить другого. Как, это же переходит из поколения в поколение, но я и хочу продолжить это. Мне нравится, я тут занимаюсь 5 лет, и мне нравится тут заниматься, потому что я танцую на сцене. У меня есть сольные номера. То, что у меня тут есть друзья. Ну, привела меня сюда бабушка. Ну, сначала как бы мне не очень это нравилось, но теперь мне понравилось. Я действительно как бы влюбилась в это дело, можно сказать. Вот. Меня окружают здесь очень хорошие люди, ну, которые действительно с ними очень весело, мне приятно. Все красиво, тут учат чему-то хорошему. Сонечка, ты занимаешься танцами? Нет. А чем? Балетом. А балет это не танцы? Нет, балет это жизнь!